Иван, есть мечта у тебя? Есть, да. Расскажи, какая мечта есть? Хочу очень много детей сейчас. Дети? Дети, да. Ага. Почему? Почему? Потому что нету, только 5 лет нету. Наверное, сейчас будет, я думаю. А, дети будут. Да, ага. Дети. Жена есть? Есть, конечно. Есть. Здесь женился или дома, в Болгарии? Не, в Молдавии. В Молдавии женился? В Молдавии. То есть... Моя женщина молдаванка. Женщина молдаванка. А сам болгарин? Да. Да? Ага. Давно здесь находишься? 3 месяца. 3 месяца. Как здесь, лучше, хуже? Я живу в Пальме-де-Майорке. Сейчас 18. Пальме-де-Майорка, да? Да. Угу. А здесь что делаешь? Просто приехал? Потому что нету работы зимой в Майорке. А, в Майорке нет работы, да? Угу. А здесь как, нормально работает? Здесь есть, да. Получше? Чем в Болгарии, жить лучше тут? Не, я в Болгарии с 16 лет не живу. А, ты уже давно не живешь? Да. Пальме-де-Майорка. Ага, понял. В Греции был раньше тоже. В Греции, понял. Спасибо, Иван, чтобы твои мечты сбылись. Удачи тебе. Спасибо. Спасибо.